Аллоха, друзья, с вами канал Маплауд Геймс, и сейчас мы поиграем в игру по мотивам мультфильма «Мой маленький пони», а игра у нас называется «Новогодняя вечеринка поняшек». И как раз пони у нас готовится к Новому году, и давайте вместе с ними это делать. Нажимаем эту кнопочку, и нам показывают поняш. Рождество скоро, оно так быстро приближается, надо организовать потрясающую маскарадную вечеринку, это будет нечто. И я смогу сделать новые симпатичные костюмы, еху, говорит Рэрити. А, замечательно, а мы сделаем декорации в это время, говорит Rainbow Dash. Ну и давайте, все приступят к своим делам, и мы вместе с ними. Нажимаю кнопочку, и Рэрити, не покладая копыт, начинает шить разные костюмы для своих друзей, для всех. Она же у нас такая замечательная швея, которая сможет сделать самые замечательные костюмы. И теперь, когда костюмы сделаны, нам надо выбрать одного из персонажей и его нарядить. Давайте первым у нас будет Twilight Sparkle, который говорит «Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Меня выбрали!» Нам сзади предоставляется 5 костюмов, с которых нам нужно выбрать. Ну, давайте их всех примерим. Первый вот такой вот симпатичный, с шарфиком такого зелененького цвета. Второй вот такой, как будто бы она красная шапочка. А теперь, ну, если честно, это больше на покрывало какое-то похоже. А, тоже такой зелененький, она в виде зелененького котика. И вот такой вот с шапочкой фиолетовой и розовой попонкой. И фиолетовыми ботиночками. Но мне больше понравился вот такой, где она красная шапочка. Давайте его и оставим. Так... В следующем давайте попробуем нарядить Эй-Джей. И-ха, говорит она. И вот у нас тут тоже различные наряды. Первый, она такой олененок. Какая-то мышка. Просто какая-то у нее тут попонка тоже розовенькая. Шапка-ушанка. И еще очередной она олененок с красными рожками. Ну вот мне как раз последняя, наверное, больше и нравится. Оставлю, пожалуй, ее. Это же у нас вечеринка-маскарад будет. Так, давайте следующую возьмем Флаттершай. Ей! Так, у нее вот такие вот различные тоже 5 нарядов, из которых нам надо выбрать самый замечательный, которым она будет у нас на нашей маскарадной вечеринке. Так, мне вот такой вот последний голубенький нравится, пожалуй, оставлю его. Так, давайте следующим возьмем Пинки Пай, который устраивает вечеринку. И здесь у нас тоже 5 нарядов. Примеряем каждый и выбираем, который больше... Ну, на данный момент не по вкусу, а вы выберете, какой больше по вкусу вам. А, и мне нравится вот такой вот, такой, я сказала, с шапочкой, симпатичный, зелененьких таких тонах. А, в нем будет у нас Пинки Пай. Давайте возьмем теперь Rainbow Dash. Так, у нее вот тоже 5 нарядов. Фиолетовый, такие 2 красненьких с шапочкой, зеленый и такой свитерок. А мне больше всего понравился первый фиолетовый их таких тонах. Шапочка, шарфик и ботиночки. Очень красиво. Так, давайте Рэрити возьмем, которая все это шила. Ну, у нее прям такие самые шикарные наряды. Первый такой красивый фиолетовый наряд. С капюшончиком у нее тут плащ. Потом вот такая вот у нее платье длинное, плащ. Так, тут она какая-то панда. Правда, похожа, извините, что она на себя труп этой панды натянула. Как-то не очень. А, это такой новогодний, как будто бы она гномик новогодний. И последняя шапка-ушанка, ну, пусть она у нас будет примерно как Твайлайт, такой у нее красивый будет, с капюшоном наряд фиолетового цвета, как раз ей под цвет гривы и хвоста. И у нас остался единственный, это Спайк, но для него тоже нашелся наряд. Можно вот такой вот выбрать нарядик, или вот этот, или вот такой. Или в виде снеговичка он может быть, или последний таком голубеньком наряде. На халатик больше похоже. Будет у нас в виде снеговичка. И что дальше происходит? Мы нарядили всех поняшек и нажимаем следующую кнопочку. Так, теперь нам нужно украсить домик. По-моему, это домик Флаттершай, хотя могу и ошибаться. Мы можем поставить большую елку. Ну, главное выбрать нам сначала, как она будет выглядеть. Ну, мне нравится, наверное, больше вот такая вот с белой бахромой по краям. Миленько выглядит. Мы сами можем, зажав мышкой, или, не знаю, вот пойдет она на планшетах или нет, но мы можем зажать мышкой и поставить, куда мы ее хотим. К примеру, поставлю ее вот здесь. Следующее – это наряды. Ну-ка. Их можно тоже где-нибудь повесить. К примеру, что звезды у нас на потолке или на стенке.
Также можно выбрать вот такие украшения и повесить, как будто бы здесь ее украсили. Такие маленькие шарики, которые могут, например, висеть около занавески. Фонарики, конечно же, они у нас по самому верху будут идти. Так, свечка. Свечку можно вот здесь поставить. Подарки. Подарки у нас должны быть около елки. И вот такой вот шарик. Ну, его можно повесить или на елку, или повешу, пожалуй, вот здесь. Получше будет смотреться. Ну вот, это мы украсили. Теперь у нас есть много-много еды, которые Пинки Пай приготовила для этой праздничной новогодней вечеринки. К примеру, вот такой вот кексик. Его сюда поставим. Маффин. Бутерброд пусть здесь лежит. Водичка такая с корицей какой-то. Мандаринка пусть вот здесь лежит. Это ж еда, она должна повсюду лежать. Ее пони в любой момент могут брать, откуда захотят. Ну вот, пусть маффины у нас на столике теснятся. Вот так вот. Так, и нам, конечно же, нужно выбрать всех поняшек, которых нужно расставить, чтобы они на этой красивой картинке все устроились и были на этой вечеринке все вместе. И они уже, конечно же, все наряжены, как мы их и одели. Вот, все будут стоять как раз тут вот. Вот наш снеговичок милый. Twilight Sparkle у нас на переднем фоне. И AJ у нас пусть вот тут будет. Так. Оп. Ну, вроде все у нас расставлены, более-менее всех видно. И можно нажать кнопочку вперед и посмотреть. Хо-хо-хо. Ну вот, Merry Christmas, счастливого Рождества, наши поняши все готовы. Они уже все нарядились, у них есть много-много еды, красивая елочка. И все со стороны выглядит очень мило и замечательно. Ну и у нас, конечно же, через пару недель будет уже сам Новый год. С его наступлением, наступающим Новым годом, я вас поздравляю. Надеюсь, вам понравился этот обзор, понравилась эта игра. Может, вы ее сами найдете на просторах интернета. И тоже поиграйте, украсьте поняшек и комнату так, как вам больше понравится. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч и пусть удача всегда будет с вами!